Мы тут с Таней на гитарах решили поиграть. А юное дарование начинает петь. Короче, мы уже не только ходим и говорим, мы уже и поем. Талант. Голос будет. Максим. Безусловно, вот так талант. Получается у тебя. Исполняет сонату Бетховена. Это какую сонату? Ты посмотри, какое качество исполнения. Ты что, сразу можно на сцену его отправлять? Заметила сегодня. Боря включил снизу музыку, а я с ним сверху сижу. Он такой раз сначала слушал, потом как начал петь. Потом увидел, что мы играем гитарами. Тут с Борей игры устроили на гитару. Две гитары сейчас будем играть. Давай тоже петь. Я говорю, Боря, это точно нужно снять. Это юное дарование. Максим. Да, сына? Как тут, скажи, не попеть? Да, он активно сейчас так разговаривать пытается. Что-то говорит, объясняет тебе, да, особенно когда так вот рукой еще так. И вот так вот прям. Да? Да, расскажи. Дай мне медиатор. Вот так. Расскажи папе, вот так скажи. Вот так вот. Как ты там рассказывал? Да. Вот так скажи. Понятно? Ну, надеюсь, вы его супер язык поняли. Я, правда, тоже ничего не поняла. Но главное, что он серьезно разговаривает с сыном. А, это он расскажет, что лежит одна гитара. Да, скажи, вот вторая гитара, перевожу. Вторая гитара, ты отойди немножко, покажи, что... Да я показывал. Реально показывает на гитаре и что-то говорит. Они вот маленькие, ему года еще нету. Но насколько, где-то с 11 месяцев они начинают активно на что-то показывать, что-то рассказывать, там объяснять. Он у меня, сколько, дней 5, наверное, назад, да, перед Новым годом, проснулся ночью, а у нас огоньки везде горят. Ну, здесь там что-то, вот здесь горит огонек, сзади Боря горит, часы там, ну, разные огоньки такие дома горят. Ну, я имею в виду в технике. Ночные. В технике. И он проснулся, долго не спал. Потом такой сел и начинает. На один огонек показывают мне активно. То пальцем вот так, то вот так. Потом поворачивается на другой огонек. Что-то мне рассказывают прям. Потом раз, на третий нашел. Это настолько. Ну, ночью не снимешь, конечно, все эти моменты. Но вот что-то же он пытается объяснить. Да? Так что юное дарование у нас поет. Если сейчас получится, может, я буду играть, он начнет петь. И танцует тоже, когда колонка звучит, он тоже стоит еще и танцует. Все, скажи, у нас период открытия талантов, да? Да, гитара. Что, играть брать? Сейчас буду играть. Да. Куда пополз? Ты куда пополз? Не, биться нельзя, бить нельзя. Вот так, аккуратненько, вот так. Вот так. Давай, вот так. Боря тут смеется, говорит, это уже гитара папина. Папа пообещал мне тоже купить гитару такую поменьше, потому что мне и Ане вот это не подходит. Папа, говорит, короче... Ты потом Паше купим гитару. Тёме потом Тёме, а потом она как выйдем в 5 гитар, в 5 гитар, представляешь? Максимка, не-не-не, забери у него гитару, там стучить. Нельзя стучать по гитаре. На, медиатор, на. На, будешь тоже сопричастен к игре. Да? Вас медиатором и попой. А папа поиграет нам, да? Ну, потому что мы... Это, Боря, когда выбирал гитару, кто не знает. Как это сказать? Выбрал под себя, по сути. Ну, не я без... выбрал обычную гитару. Да, классику. Мы не учли, классику. Что и этот, и как-то я не вспомнила, что мне гитара моя была неудобна никогда, вот такая большая, что нужно брать поменьше. Да я, в принципе, не знала, что есть поменьше гитары. И Аня тут тоже на это внимание не обратила, тогда Боре не сказала, что ну, папа, она мне большая. Разница. А ну, кстати, покажи разницу. Приложи гитару к гитаре. Гитару к гитаре приложи. Максимка, нет, Максимка. А в этот раз мы уже Ане подобрали под нее полностью, она сама мерила. Видите, это поменьше, уже, а там... И тоньше. А нет, ты ее краю там, краем приложи, чтобы я с этой стороны... Да, и тоньше она, не видно. Покажи. О, смотри, прям очень видно разница. Угу. И гриф здесь уже, короче, удобнее намного. Я баре наконец-то начала брать на этой гитаре. И Аня, мы сколько мучились, на вот этих я всю жизнь не могла брать баре.
Ну, вот когда гитара играла, детство, молодость, пока дети не родились. Долго, много лет играла на гитаре я и Боря. И не могла брать. Я говорю, все, Боря, а они купили, теперь на очереди мне гитара. И на моей будет и Паша играть, учиться, и Тёма, если захочет, и я буду играть. Помните, я говорила, завела тетрадку. У меня тут уже 3 песни. 2 христианских. Это с нашей церкви песня. Это я еще давно пела. О, это в баптистах такая тоже песня есть. И слезы, кто знает, пацанки, Анет Сай. Песня «Слезы» ее. Очень мне понравилась. Песня моего детства, так сказать. Понимаю, о чем здесь поется. А сзади, видите, у меня все аккорды полностью. У меня смена тональности. А в конце тетрадки идут бои и переборы разные. Ну, чтобы они были у меня. Так что вот такую тетрадочку завели. Все, будем всей семьей. Аня начала. А мы с папой подхватили. Будем теперь играть на гитаре всей семьей.